Накануне состоялось заседание комитета по вопросам законности и защиты прав граждан, на котором парламентарии обсудили вопрос о составлении протоколов административных правонарушениях. Каковы новые порядки, объяснит наш утренний гость, депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии «Справедливая Россия», член комитета по вопросам законности и защиты прав граждан Павел Черепанов. Доброе утро. Доброе утро. Павел Мустафьевич, доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну кто теперь вправе составлять протоколы об административных нарушениях? Чьи полномочия расширились? Вы знаете, у нас принят закон об административных комиссиях Красноярского края. Там у нас все прописано. Просто мы вернулись еще раз к этому закону с тем, чтобы проанализировать, как он выполняется. Вообще административные комиссии по нашему закону представляются представительными органами власти. Они у нас есть во всех муниципалитетах. Есть председатель комиссии, есть заместитель комиссии, есть ответственный секретарь комиссии. Но в административных комиссиях должно быть не менее 5 человек. А вот если муниципальный округ, где больше 18 тысяч населения, то ответственный секретарь работает на постоянной основе, и он замещает должность муниципального служащего. Каким образом работают комиссии? Действительно, поступают некоторые предложения и заявления с тем, чтобы разбирались, и надо, чтобы они разбирались срочно и оперативно. В основном вот эта вся нагрузка лежит на трех человек, на трех членов комиссии, о которых я сказал. Но комиссии могут быть не просто 5 человек, может быть и 10 человек. А вот иногда кворум собрать – это есть проблема. И мы отметили на нашем заседании комиссии вот эту проблему. У нас есть некоторые разногласия по поводу федерального закона. Мы приняли в нашем законе несколько положений по поводу составления протоколов сотрудниками полиции. Ну, вошли в некоторый такой юридический конфликт с нашими визави. Но вот мы прошли краевой суд, представляли интересы нашего закона, интересы депутатов. Ну, краевой суд стал на позицию федерального закона. Мы прошли Верховный суд. Верховный суд все-таки оставил в силе решение краевого суда. И некоторые позиции по составлению протоколов сейчас полиция не составляет. Ну, например, протокол о тишине. Ведь иногда получается парадокс. Если у вас соседи там шумят, ну, часто громко было такого, музыка играет. Все сталкиваются с такой проблемой. Вот обычно вызывают полицию в этом случае. Полицейский приезжает, но он не имеет права составить протокол. Это вот на следующий день он обращается в административную комиссию, и члены комиссии могут тогда только составить протокол. Но время-то уходит. Конечно. Часы уходят. У людей испорчено настроение. И вот мы считаем следующим образом. Есть соглашение, по которому Министерство внутренних дел может заключить соглашение с регионом, но при определенных условиях. Эти условия заключались следующим образом. Ну, выделить дополнительную единицу, допустим, в полицию, автомобили выделить. Наше правительство, правительство Красноярского края, на эти условия идет. Но, однако, в последний момент начальник главного управления по Красноярскому краю полиции сообщил следующее, что это нецелесообразно делать. Но мы все равно еще раз приняли это постановление, мы учли то, что нам предложили. И вот сейчас у нас второе наше соглашение находится на рассмотрении в полиции. То есть будет правильно такая... ли мы понимаем, вскоре, если приедет сотрудник полиции, позвонит в дверь, он действительно сможет тут же составить протокол о правонарушении? Он не может составить закон. Ну, если протокол. Вот мы... Ну, есть дополнительная единица, если появится. Если мы же не знаем, как называть. Полицейский, скажем, не полицейский, да, кто это будет? Согласен с вами. А вот как действуют протоколы? Мы выездное заседание комитета наш проводили и проводили в центре по делам несовершеннолетних. Мы приехали туда, и, честно, я вам скажу, мне так представлялось, что какое-то такое среднее учреждение. Вы знаете, вот это учреждение сделано, и такой комфорт там, у нас не в каждом учебном заведении есть такое. Ну вот представьте, там бассейн,
там классы, там руководители, которые занимаются с теми несовершеннолетними, которые нарушили правопорядок. Ну да, многие директора школ сейчас могут позавидовать. Да, могут позавидовать. И, кстати, сюжет и по вашему каналу прошел, можно было посмотреть. Я тоже был удивлен. Бассейн, спортзал, комната отдыха, психологи, там все, все есть. Все условия для исправления. Да, все условия для исправления. И вот когда мы стали рассматривать, а много ли у нас таких центров? Ну, к сожалению, пока еще мало. Но, тем не менее, вот за образец, за то, как это должно быть выглядеть, там есть чему поучиться. И в конце мы стали смотреть, а как все-таки составляются протоколы об административном нарушении. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, они имеют право составлять такие протоколы. В большинстве случаев они составляются. А вот исполнение этих протоколов очень сложно, потому что контингент такой, что родители не работают, работы нет, денег нет. Каким-то образом пытаются сделать эти вопросы решить через суд, ну, протоколы не полностью. Ну, давайте еще, наверное, в завершении нашей беседы напомним, что такое административные правонарушения. Чтобы, список, да, чтобы понимали так люди, что какие люди основные. Могут... Это все прописано в законе о полиции. Там очень много правонарушений. Ну вот, например, нарушение земельного законодательства. Угу. Это тоже административное правонарушение. Да. Нарушение коммунальных каких-то там услуг. Нарушение лесного кодекса. Приставание к гражданам. Закон вот о тишине, о соседях и так далее. Их можно, ну, и курение там, да, на лестничных клетках, с чем, я думаю, сталкиваются люди, да, частично, да, тоже туда, да, распитие напитков, да, в неположенных местах, да, и так далее. Но мы надеемся, что наши граждане будут более законопослушными. Да, действительно. Внемлют вашим советам мы, специалисты, которые работают с такой категорией. Да. Ну и вы найдете, конечно, компромисс между представителями органов силовыми, да, и там все-таки как-то найдете возможность, да, добавить непосредственно специалиста, чтобы быстрее, оперативнее оформлять все протоколы и как-то наводить там порядок. И я с вами тоже на это надеюсь. Спасибо большое. Об итогах заседания очередного комитета по вопросам законности и защиты прав граждан мы поговорили с депутатом Законодательного собрания Красноярского края от партии «Справедливая Россия», членом комитета по вопросам законности и защиты прав граждан Павлом Черепановым. Спасибо за визит.